не первый год проходит этот замечательный фестиваль «Паракивин», и с каждым годом команд становится все больше, ребята становятся все активнее, и мы понимаем, что юмор – это классная штука, благодаря которой ребята просто оживают. Я хочу пожелать всем ребятам, которые участвуют и которые только сидят и болеют сегодня, чтобы вы тоже участвовали, принимали участие в этом классном празднике. «Паракивин» – это жизнь, «Паракивин» – это юмор, и вообще это все замечательное для классных людей. «Паракивин» и вообще КВН для меня стал, частью моей жизни, можно сказать. Организаторы, во-первых, молодцы, что проводят такие мероприятия, и побольше, конечно, таких мероприятий. Я очень счастлив, что меня пригласили на это, вообще на «Паракивин», что я этим занимаюсь, потому что для меня это возможность показать людям, что людей с ограниченными возможностями нету. Это просто стереотип, что ли, такой ярлык, что вот люди с ограниченными возможностями, а на самом деле это не так. На самом деле, если ты чего-то хочешь, то неважно, там, есть ли у тебя руки, можешь ли ты ходить или еще что-то, это все временные трудности. Это возможность показать людям, что, все возможно, нельзя сдаваться.